Всем привет! Это YouTube канал Drive Your Life. В любом городе, наверное, есть то, что называется промзоной. Сегодня я покажу немножко одну из киевских промзон, которая расположена, как ни странно, не где-то на отшибе, на окраине города, а непосредственно возле самого Днепра. Отсюда, вот в том направлении, до Днепровского залива всего около 100 метров. То есть Днепр совсем здесь рядом. Но именно это конкретное место выглядит не так, как обычно выглядят места у реки, а вот, собственно, как выглядит любая промзона. То есть здесь, куда ни посмотрите, в любую сторону, везде какие-то закрытые территории, огороженные, то есть какие-то предприятия, большие, малые и так далее. Вот так довольно серовато выглядит здесь местность. И даже название улиц соответствующее. Например, в данный момент мы идем по улице Деревообрабатывающей. А сейчас дойдем до ближайшего перекрестка, я вам покажу улицу, которая называется Стройиндустрии. Вот мы вышли на розу улиц Деревообрабатывающей Стройиндустрии и сейчас поворачиваем на улицу Стройиндустрии. Вот она. Здесь везде, ну, такие, как обычно на промзонах, какие-то серые заборчики, иногда кое-как покрашены в другой цвет, ну, не так чтобы очень красиво. Всевозможные заводики, услуги, например, есть здесь завод железобетонных конструкций, есть, ну, СТО разные, есть управление специальных машин Киевгорстроя, всевозможные такие конторки небольшие. И что характерно, здесь довольно много очень характерных таких кафешек, которые обычно в промзонах бывают. То есть там, ну, внешне там написано, что кофе, там комплексные обеды, там какие-то, ну, какие-то гамбургеры там и так далее. И их тут очень много натыкано. Они довольно маленькие, небольшие, но их везде достаточно много. Часто можно встретить ворота, какие-то краны, балки, галереи. Ну, характерного вида промышленные здания, цеха. Падают стекла, видите, написано. То есть уже такой полуразваливающееся здание, но есть получше состояние. Сюда довольно легко добраться пешком от станции метро Выдубыча. Собственно, именно так мы сюда и попали. То есть выходите на Выдубычах, там выход на супермаркет Фуршет, и потом поворот направо на улицу Стройиндустрии. То есть такие это не только Киев, это не только яркие огни, торговые центры, там классные парки, действительно классные, которых в Киеве довольно много. Ну и вот такие места еще тоже присутствуют, причем присутствуют в самом, как говорится, интересном месте, то есть возле Днепровского залива. Вот, собственно, завод железобетонных конструкций, о котором я говорил. А дальше, посмотрите, если мы дальше посмотрим, то можем видеть уже жилую часть города. Многоэтажки, высокие и так далее. Ну, а здесь у нас промзона. Практически совсем рядом. Вот летит низколетящий самолет, я его слышу и даже вижу, но почему-то не могу поймать в кадр. Не видно в кадре, как он летит. Но, в общем говоря, здесь довольно часто летят низколетящие самолеты. Видимо, они заходят, готовятся к посадке в аэропорту Жуляны, который, ну, где-то примерно вот в той стороне, куда мы сейчас смотрим, ну, чуть дальше. Самый первый самолет, когда я сюда только приехал, очень низко летел, но я, к сожалению, не успел достать камеру и заснять его. А вот этот летел чуть выше, и мы его не смогли увидеть. Ну, ничего страшного. В общем, друзья, я хотел показать
немножко такого Киева, который вряд ли увидит турист, когда приедет в город. А если увидит, то только такой специфический турист, который, ну, урбанистического направления. Но обычные люди, вряд ли, которые здесь не живут, когда-либо здесь побывают. Поэтому вот я вам показываю. Смотрите, какой Киев бывает промышленный у Днепра. И вот мы вышли уже, собственно, к Наднепрянскому шоссе. То есть ближе уже к самому жилому городу. Здесь чуть дальше уже видно большую развязку автомобильную на Выдубычах. Ну и там же, собственно, находится станция метро. Кстати, развязка Выдубычи — это что-то с чем-то. Там какое-то адское количество разветвлений. И я не то что без навигатора, даже с навигатором часто туплю куда-то, не попадаю не в тот поворот и выезжаю черт знает куда, вообще не туда, куда мне нужно. Так что это такая развязка, которую нужно когда-нибудь просто попытаться выучить, иначе постоянно приходится совершать ошибки, когда едешь за рулем по ней. Ну, вот так. Ну и вот уже видно ближе всякие начинаются ларьки, там шаурма, кофе и так далее. Здесь рядом уже супермаркет Фуршет, и уже саму развязочку чуть лучше видно. В общем, друзья, если кому-то понравилось, ставьте лайк. Всем до новых встреч на канале Drive Your Life.